носить именно в канун начала войны в 2008 году для народа Республики Южной Осетии. Это очень трагическая дата. И когда приезжали друзья именно поддержать, именно выразить те слова скорби, которые мы все испытывали, это, конечно, дорогого стоит. За это вам огромное спасибо. Конечно же, повод для приезда, он известен, обещан, и я не мог в этот день, в годовщину этого события, вам не приехать. Как вы отметили, нас связывают вековые отношения, вековые братские и дружеские отношения. Во многом мы прошли одинаковый путь, и на этом этапе проходим по многому одинаковый путь, сталкиваемся примерно с одними и теми же проблемами. И вот действовать сообща, координировать свои усилия для достижения справедливых задач и целей, это очень важно, это соответствует интересам народа и Абхазии, и Южной Осетии. Поэтому я сегодня здесь вместе с вами. С древних времен Сергеем Сарматов разъелывали произошли в походы, военные походы. Дай Бог, чтобы у вас было огромное количество поводов пользоваться этим предметом по прямому назначению. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо. Я думаю, что из этого рода мы всегда будем пить за дружбу наших народов. Прошу на вас. Я всех вас присутствую, приветствую здесь на территории Республики Южной Осетии, представителей нашего братского абхазского народа. Особую благодарность я хочу выразить еще раз вам, Аслан Георгиевич. Это первый официальный визит в качестве президента. Я признателен вам за приглашение. Сегодня дата знаменательная. С одной стороны, она трагическая, с другой стороны, она свидетельствует о характере народа, о героизме народа, о тех событиях, которые произошли 13 лет назад. Я сожалею о том, что некоторые государственные деятели, в частности, руководители Грузии, не сделали